Мир вам и прозрение. Я сейчас покажу вам упражнения, которые помогут вам сместить ваши оптические оси ближе к макулам. Каждый глаз смотрит самостоятельно, и нужно сместить так оптические оси, чтобы изображение строилось на самой чувствительной части сетчатки, в ее центре, в центральной ямке, в макуле. Через Карлоса Кастанеду от Дона Хуана пришло такое упражнение. Нужно повернуть голову и глаза на сторону и смотреть очень много часов, улыбаясь и моргая глазами на один предмет, находящийся вдали. И точка сборки зрения у вас сместится. Потом, когда вы будете смотреть в другую сторону 6 часов, Дон Хуан держал Карлосу Кастанеду, Кастанеде голову вот так руками в течение 6 часов. Учил своего нерадивого ученика смещать точку сборки. А теперь я вам покажу, как это делаю я, и как это должны делать вы. Я пою громкую мантру. Вдох 8 секунд, потом мантра 8 секунд или 8 ударов сердца. Когда вы громко поете, диафрагма давит на легкие, вы делаете выдох и одновременно качаете артериальную кровь. Чем громче вы поете, чем громче вы орете, тем больше электрический ток в артериях ваших сосудов. Это электрический ток с частотой вашего сердца 1 Гц. Она небольшая, но достаточная для того, чтобы человек жил и был здоров. А теперь к упражнению. Метроном задает 60 ударов в минуту. Это ритм моего сердца. Ом ра. Ом.
Так я сделал это упражнение по трем точкам. Влево, вверх и вправо. А вниз не делал, потому что вниз смещать точку сборки зрения не надо. Она у всех и так смещена вниз. Лучше всего почаще делать вверх. Ом-ра! Это проблема у всех. Ну вот и все. Я все показал, многое объяснил. Сам себе восстановил зрение и учу других. Я вас люблю, займитесь собой. Есть два пути. Путь самосовершенствования, путь жизни и другой путь смерти. Я выбрал путь служения людям, путь добра, путь любви, путь вечной жизни. Я вас люблю и желаю всем быть здоровыми, жить долго и счастливо.